во-первых, порекомендовал бы уточнить диету, слегка скорректировать, потому что без этого вся наша хирургия как до, так и после операции может оказаться не такой эффективной и полезной. Рекомендовал бы заняться спортом, так очень деликатно, чтобы она не ушла, хлопнула дверью. Ну, липоскульптуру, липосакция, возможно, липофилинг, возможно, и груди тоже. Конечно, грудь не обойти стороной. Видимо, про увеличение мог бы быть разговор в том числе. Ну, а так, основной момент – это липо. Что касается лица, оно здесь весьма условно видно, но если посмотреть на нос внимательнее, могут быть вопросы и к носу у нее. Никогда не навязываю свое мнение, стараюсь слушать человека больше, чем вещать. Если вещаю, то рекомендательным характером, а не настоятельным. Там, вам нужно, нет. Решаете только вы, только сама пациентка, сама себе хозяйка. И должна слушать себя, а не подруг и друзей, мужей, которые меняются периодически. Правда, так считаю. Там сзади еще одна пациентка есть в кадре, на картине, которая явно такая уже возрастная, хирургия лица не помешала бы. Неплохой у нее костный скелет, а вот в плане ткани поработать неплохо. Ну и там косметология просто непаханное поле. Мультидисциплинарный подход – это залог хорошего результата. Не только медицинский, но и в общем. Да, и диета, и спорт в настоящей жизни, в нашей реалии, в наших реалиях. Ну и наша медицинская часть тоже, конечно, не без этого.